Всем привет! Сегодня хочу показать один очень интересный способ посадки огурчиков. Когда я сажаю именно этим способом, то прорастают даже старые семена. Происходит своего рода стимуляция и закаливание. Кому интересно, оставайтесь со мной, может и вам этот способ подойдет. Для начала нам понадобится пластиковый контейнер, грунт для высадки наших растений и кипяток, ну и сами семена. Для посадки данным методом я использую небольшие пластиковые контейнеры и на дно насыпаю немного грунта. Грунт предварительно увлажнен и должно получиться приблизительно треть контейнера. Дальше грунт я проливаю кипятком. Наливаю не слишком много, чтобы в дальнейшем семена не плавали в воде. И сразу же распределяю семена по поверхности контейнера. В такой контейнер можно посадить 1, 2 или 3 семечка. Быстренько накрываю контейнер, чтобы тепло не улетучивалось, и закутываю в полотенце. В таком виде я оставляю семена на сутки в теплом месте. Если на батарее не слишком горячо, то это будет очень подходящее место для того, чтобы огурчикам было хорошо и комфортно. Через сутки я контейнер разворачиваю из полотенца и помещаю его в холодильник. В холодильнике он у меня стоит ровно сутки. Через сутки я вынимаю контейнер из холодильника, открываю крышку и досыпаю грунт. В итоге у меня получается, что семена прикрыты грунтом, но не до самого верха. Накрываю крышку и оставляю в теплом месте до появления всходов. У меня при такой посадке результаты были очень хорошими, прорастали семена, даже те, которые я по-другому никак не могла разбудить. И такое закаливание делает растение более устойчивым к погодным условиям, а также болезням. Попробуйте прорастить этим методом несколько семян. Думаю, результат вас порадует и удивит. Если было интересно, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на новые видео. Всем желаю хороших урожаев. Всем пока!